Давайте начнем с молодых ученых. Вы молодой ученый, ваши подопечные молодые ученые. И вот вручается награда от президента. Это первый вопрос. Вот ощущение. Это вау, нас заметили, наконец-то сейчас мы начнем работать. Или, ну, спасибо большое, так и должно быть. Никита Марченков, кандидат физико-математических наук, председатель Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах при Совете при Президенте Российской Федерации по науке и образованию, заместитель директора по молодежной политике Федерального научно-исследовательского центра кристаллографии и фотоника РАН, секретарь рабочей группы по разработке научно-исследовательской программы эксплуатации и установки «Европейский источник синхротронного излучения» со стороны Российской Федерации, автор более 20 научных публикаций. Знаете, нас заметили уже достаточно давно, и что приятно, что президент очень большое внимание уделяет молодежи сегодня в научной сфере. Премия уже существует более 10 лет, сегодня уже товарищество лауреатов этой премии более 50 человек. Немало пока участников вот в этом клубе лауреатов премии. Ну, вы знаете, это с учетом того, что премия президента – это высшая награда для молодого ученого сегодня, она должна быть все-таки, я считаю, дозированной. Поэтому те 4 премии в год, которые вручаются, и та церемония красивая, в рамках которой президент действительно вручает эту премию, я думаю, что это делает ее такой вот дополнительный престиж ей добавляет, скажем. Про темы. Они в этом году очень непростые были, но вот с моей точки зрения, назовем ее обывательской, практической жизни, к моей, не имеют особого отношения. Там, например, зачем нам знать или открытие новых механизмов развития нервных систем беспозвоночных и позвоночных животных. Вот борьба с насекомыми имеет отношение к жизни. Это я понимаю как. Зачем вот все остальное проводится? К чему ведет? Для каждого из этих исследований есть конкретное практическое применение. В частности, если говорим про исследование нервных систем, то тут два больших применения. Первое, значит, лауреат премии показал, что контролируемое влияние на развитие нервной системы позволяет воздействовать на развитие самого организма, например, на рыбу там, или на какие-то другие беспозвоночные организмы. Второе – это для человека то, что показанные механизмы имеют практическое значение для болезней нейродегенеративных заболеваний, такие как болезни Паркинсона и Альцгеймера, которые на слуху, и изучение, соответственно, развития нервной системы позволяет уже говорить о том, какие можно проводить дальнейшие исследования в области как раз лечения этих заболеваний. То есть это такой многогранный подход с разных сторон позволяет как раз комплексно эту проблему в дальнейшем решить. Про разработку лидарных комплексов для детектирования взрывчатки. По сути, вы получаете инструмент бесконтактного контроля содержания взрывчатых веществ в воздухе и определения, собственно, где эти взрывчатые вещества находились или находятся в данный момент. Про перспективность внедрения вот этих историй, про очевидность, оно как происходит? Уже что-то применяется? Вот последняя премия была. Несколько ученых получили за свои разработки награду. Что-то из того, что они придумали, уже применяется на практике? Я бы так сказал, что первые шаги к внедрению сделаны во всех исследованиях. Это патенты получены. В случае с математиком Василецем, например, уже полным ходом идет использование его наработок. Дело в том, что у него уникальная работа в том смысле, что он не сделал алгоритм для какой-то конкретной области. Он сделал, так скажем, верхнего уровня алгоритм. Что это за установка? Если просто, это экспериментальная станция синхротрона. Простым языком говоря, рентгеновский кабинет. Так, это ваша профильная. Да, это моя профильная. Что там внутри? Смотрите, синхротрон – это кольцо. Так. Гигантское кольцо, 130 метров длиной. Электроны разгоняются по кругу и летят со скоростью близкой к скорости света. Это ускоритель электронов. Не будем вдаваться в физический принцип того, как это происходит. Факт в том, что летают по кругу. И следующее утверждение – то, что когда они поворачивают, а они здесь периодически испытывают поворот, там, с помощью магнита электрон заворачивает, чтобы кольцевую замкнуть орбиту, он начинает излучать излучение электрон, рентгеновское в том числе. А мы, соответственно, дальше вот это рентгеновское излучение подхватываем и выводим его в лабораторию. Вот эти вот каналы, как лучики, это выводы рентгеновского излучения. И дальше у нас на конце стоят вот эти лаборатории, которые, по сути, являются рентгеновскими кабинетами с очень ярким рентгеновским пучком. А дальше, смотря что вы поставите на конец, какой образец вы поставите на пути этого пучка, вы можете поставить туда кристалл, который используется в мобильном телефоне, изучать, как он ведет себя при температуре минус 50, чтобы понять, чтобы у вас телефон работал без помех, например, при морозе. Вы можете поставить на конец этого, на пути этого рентгеновского пучка белок, изучить его структуру и понять, что вот для Альцгеймера как раз повышенное содержание этого белка приводит к болезни Альцгеймера. Вот у меня есть
его структура, а дальше вы ее рассматриваете уже как робот, у которого есть части, которые отвечают за его там смерть, за его клонирование, за его функции. И дальше говорите, ага, вот это мне нужно выключить. И дальше подбираете лекарство, которое управляемым образом, тумблер это выключает, у вас белок умирает, и вы контролируемым образом его содержание в организме уже можете влиять на него и, соответственно, регулировать, чтобы эту болезнь как-то, вспышки там болезни как-то погасить на качественно новом уровне, уже не эмпирически подбирая то или иное лекарство, а просто вот на атомарном уровне. Это применяется? Ну, безусловно, да. Пойдемте на фазу, посмотрим, да. Как это выглядит. Пойдем вообще. Что это за история? Зачем нужна такая огромная машина? Да, это как раз ее небольшая часть, это, по сути, есть ее окончание. То есть где-то там, как я рассказывал, в кольце электроны раскрутились, выплюнули свое интенсивное рентгеновское излучение, и здесь оно приходит к нам в лабораторию. Вот это все для того, чтобы подготовить это излучение, грубо говоря, его со всех сторон как-то обрезать, для того, чтобы получить маленький очень пучок. Образец поставили, рентген облучил, детектор снял картинку. А теперь образец по-разному поворачиваете, по-разному снимаете рентгеновскую картинку. Физическое ограничение заключается в том, что объекты меньше, чем сотни нанометров, видимый свет просто не почувствует, потому что у него слишком большая длина волны, и он проходит, ну, не чувствует отдельно. А атом — это 1 нанометр, например, или там несколько десятых нанометров. Поэтому любые микроскопы вам никогда не позволят увидеть атомы глазами, но с помощью вот такого хитрого приспособления, пуская рентген на атомы и фиксируя, как он с ними взаимодействует, вы можете видеть картинку атомную, уникальную, ну, вот такие уникальные свойства дает рентгеновский пучок. Или вот другой пример, который мог бы я привести, что можно сделать на синхротроне, например. Мы можем у нас есть такая, называется, ванна Ленгмюрская, это маленькая ванна с водой, на которой носится пленка, которая в точности повторяет ту пленку, которая выстилает внутреннюю поверхность легких. А дальше к нам приходит производитель топлива и говорит, я придумал новое топливо для автомобилей, суперэффективное, но нам пришлось добавить туда новую добавку, оксид церия. А можно также точно исследовать новые средства лечения назальные? Вопрос о наболевшем. Молодой ученый сегодня, вот он перестает быть молодым, когда ему исполняется 30 же, правильно? Нет, для кандидата 35, для доктора 39. 35-39 лет. Есть куда податься, куда пойти, и если понимаешь, когда изменится ситуация, что ты вот молодым перестал быть, и зарплата твоя, и уровень дохода проседают. Очень часто сейчас это происходит. Все об этом говорят. Верно, может быть, это как-то связано с тем, что, опять же, как я говорил, большое внимание сегодня уделяется молодежи. С другой стороны, очень правильный, как мне кажется, скажем так, вектор, который должен происходить в науке, это переход к крупным государственным заказам от отдельных небольших грантов, которые, да, полезны, но не дают, как вы говорите, например, конкретного осязаемого эффекта для обывателя. Крупным таким заказом, например, ну, я не знаю, там, разработать лекарство от, там, Альцгеймера, да, вот такой крупный заказ, где должна трудиться большой коллектив. Вот как раз здесь будет возрастать роль людей, которые уже старшего поколения имеют большой кругозор и могут собрать команду из специалистов из разных областей для решения этой задачи. И мне кажется, в этом смысле роль людей, которые будут после, там, 30-40 лет, она как раз должна стать ключевой и очень важной. Они должны возглавить как раз команды, которые будут заниматься решением вот этих крупных задач, вот этих реализаций, вот этих государственных заказов. В России быть ученым и заниматься наукой — это как? Знаете, сегодня я бы сказал, что это очень интересно. Просто в силу того, что наука сегодня в мире очень динамичная, раз, и это действительно та сфера, которая определяет облик завтрашнего дня человечества в принципе. Второе, в России, что очень приятно, это становится популярным, я бы сказал, даже модным. Да, вот ученые сегодня, я, например, в кругу своих друзей, ну, действительно, с гордостью говорю, что я ученый, это действительно им воспринимают, ну, то есть я так уважаемый человек, так скажем.